До летних Олимпийских игр 2012 года остается ровно год. К этой дате в Лондоне завершилось строительство уникального водного комплекса с волнообразной крышей под названием «Акватикс Центр». 27 июля на открытии комплекса состоялись показательные заплывы. Мэр Лондона Борис Джонсон с присущим ему чувством юмора отметил, что, по его мнению, воду в бассейне можно пить, и сравнил ее с прозрачностью джина с тоником. Если вы нырнете на дно этого бассейна, то там вы не найдете того, что обычно можно увидеть на дне городского бассейна. Пару старых очков или лейкопластыри. Плавать здесь будет чудесно и замечательно, и я очень завидую этим пловцам. Лондон выиграл право принимать Олимпийские игры в 2005 году. Он станет первым городом, принимающим Олимпиаду в третий раз после соревнований в 1908 и 1948 годах. С завершением строительства Акватикс Центр организаторы игр теперь могут похвастаться тем, что все 5 основных олимпийских объектов подготовлены за год до Олимпиады и в рамках выделенного бюджета. На сегодняшний день было продано уже 3,5 миллиона билетов. Всего в летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года примет участие 15 тысяч спортсменов из 200 стран. Великобританию на играх будет представлять 550 атлетов в 26 видах спорта. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году по количеству золотых медалей Великобритания заняла 4-е место.